городском поселении Игрим продолжаются выборы на 6 избирательных участках. В дни голосования на участках соблюдаются прозрачность и легитимность выборов. Эти два принципа основные, и на каждых выборах за их соблюдением строго следят. Жители поселка с раннего утра начали приходить на участки, чтобы сделать свой выбор и проголосовать. Выборы 2021 года не особенны, потому что пандемия внесла коррективы в это мероприятие. И наша страна, наше правительство, да, заботясь о наших гражданах, приняло решение, чтобы сделать эти уровни, выборы многоуровневыми. Каждый день человеку приходится делать выбор. И поэтому сейчас именно такое время, когда от каждого из нас зависит, кого мы выберем, и чтобы эти люди были самые достойные, потому что наша страна самая большая, самая сильная, поэтому должны ее представлять на выборах самые сильные люди. На каждом избирательном участке в Югре установлены видеокамеры. Они будут работать круглосуточно 3 дня голосования и записывать весь избирательный процесс. Также за легитимностью выборов следят наблюдатели от партий, кандидатов, а также независимые общественные наблюдатели, прошедшие профессиональную подготовку. Выборы проводятся с соблюдением всех санитарных норм. Каждый наблюдатель снабжен средствами индивидуальной защиты. В связи с пандемией COVID-19 на участках соблюдаются условия для безопасности голосования. На входе также выдаются индивидуальные маски, защитные перчатки, ручки. Также имеются разметочные метки, чтобы соблюдать дистанцию. Также выборы проходят в течение 3 дней. Это должно обеспечить меньший поток людей на избирательных участках. По предварительным итогам, более 5000 жителей Березовского района пришли отдать свой голос за кандидатов в представительные органы власти и на должности глав 2 сельских поселений. София Юнусова, Дмитрий Нетин, АТВ «Березово», Игрим.